А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Вы хотите кушать? Всем привет, ребята, с вами Тинта, вот я и вернулся из отпуска, и мы приступаем. Сегодня мы будем обрабатывать Геннадия Горина. Нельзя исправить то, что и так идеально. Да знаю, знаю, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик. Погнали. Геннадий Горин не очень знаком с его творчеством, но я так глянул чуть-чуть, и как мне показалось, он кто-то вроде русского Фореста Гампа. Не знаю, насколько уместно такое сравнение, но мне показалось, что он вот такой вот доброй души, просто хороший человек. Вы всегда были таким артистичным? Какой-то я был веселый, где-то я был, русый-то я был, плакал-то я где-то там еще, танцевал, вот такой-то я был. Может, в этом феномен его популярности, какой-то фриковой искренности типа того, не берусь рассуждать на эту тему. Давайте посмотрим на его внешность. Ну, на вид это мужчина около 50 лет, достаточно неплохо сохранившийся, имеющий лишний вес. По-моему, в последнее время у него прям... Притом я глянул его старые фотки ВКонтакте, там он был немножечко постройнее. Но вот то, что мне понравилось, это огромное количество фотографий, где Геннадий смотрит прямо вот так вот в камеру, потому что у меня есть проблема. У многих блогеров, из тех, кого я обрабатываю, у них нету таких снимков. Их приходится долго искать, или они в маленьком разрешении, ужас. У Геннадия Горина с этим проблем нету, у него все фотографии такие. Ну, как мы видим, в принципе, у него правильные черты лица. Сейчас мы уберем вот эту небольшую опухлость, чуть поднимем лоб. Проблема внешности Геннадия – это вздернутые ноздри. Не буду лукавить, я считаю большой неудачей, если у вас видны ноздри прямо вот так вот, типа. Получается вот такая хрюшка, и очень мало кому такой нос идет. Но Геннадий как-то нормально, он еще вечно с растопыренными ноздрями какими-то вот такими. Я опускаю ему нос, чуть опускаю брови. В этот раз я буду использовать более умный подход. Я часто натыкался на комментарии по типу «Ты превращаешь девочек в Барби, а мальчиков в Кенов, безликих». Я с этим согласен, поэтому сегодня я попробую сделать его внешность идеальным, но при этом я сохраню черты, характеризующие его личность, и также сохраню возраст, потому что переделка вот это вот всех морщинок и всех неровностей, она по-любому убирает возраст. Я же постараюсь сделать очень аккуратно, чтобы это остался мужчина средних лет. Идем дальше. Пересаживаю ему глаз, потому что на какой-то у нас правом у него надвисающее веко. Это не очень красиво, века нету, поэтому я сделал пересадку глаза. Осветляю, делаю dodge and burn лица. Также очень большое внимание обращаю на шею. Там у нас двойной подбородок или тройной. Это, естественно, нужно убрать. Я нашел сайт, на котором было много мужских фотомоделей, 50 лет примерно, и посмотрел, как у красивых людей меняется внешность с годами. Это было очень интересно. Подтягиваю ему челюсть, делаю вот эту вот линию более ярко выраженной, чтобы визуально хотя бы убрать мешковатость. Еще чуть-чуть сужаю ему скулы, добавляю тень, добавив объема передней части лица. Теперь настало время притушить вот эти как раз растопыренные ноздри. И смотрите, вид сразу становится каким-то более спокойным, каким-то более адекватным, что ли. У Геннадия еще на этой, по крайней мере, фотографии, у него глаза в точку. Когда зрачки очень-очень сжатые, происходит впечатление какое-то не очень приятное. Даже в мультиках, в диснеевских, всем героям, которые должны вызывать симпатию, им делают гигантские зрачки, а тем, которые типа мерзавцы, им делают наоборот маленькие зрачки, потому что это как-то отталкивает визуально, трудно сказать. Возможно, суженный зрачок у нас ассоциируется с агрессией, поэтому я расширяю ему зрачки, видите, на каком тонком и практически эзотерическом уровне мы работаем с вами. Убираю эти фингалы под глазами, и, кстати, он становится немножечко похож на какую-то старую. Но это пройдет. Я решил пересадить ему волосы, потому что у Геннадия такая среднестатистическая неухоженная стрижка мужская, вот как у мужчин средних лет, которые вообще не беспокоятся о своей внешности. Я пересаживаю ему волосы Джорджа Клуни, поэтому у нас сегодня будет небольшой такой гибрид Геннадия Горина и Джорджа Клуни. Поправляю линию роста волос, еще больше добавляю симметрии, делаю частотное разложение кожи. Кстати, об этом мы будем еще в следующих выпусках Изи Фотошопа разговаривать. И о частотном разложении кожи тоже. И вы поймете, что я делаю, чтобы сделать кожу такой более идеальной, но при этом не потерять текстуру. И мы, в принципе, готовы снять маску и посмотреть, что получилось. Бам!
Ну что ж, вот такой вот Геннадий Горин получился. В принципе, если бы Геннадий занимался бы спортом, например, всю жизнь, похож сейчас на какого-то капитана корабля, что ли, или у меня какая-то вот такая киношная голливудская ассоциация. Что-то военное в нем есть, какой-то такой брутальный, мужественный характер. Но представьте себе, мне по какой-то причине не понравился этот человек, который получился. Ну, просто вот не понравился. И я решил сделать еще одну версию Геннадия. В этот раз пойти по более привычному пути. Я не буду ее целиком показывать, пройдемся весьма поверхностно. Здесь я гораздо больше убрал опухлость. Нос тоже более жестко пересадил. Брови в этот раз сделал ровно по маске. Губы тоже не стал оставлять вот эту вот кривизну, присущую Геннадию. Убрал также более жестко вот эти все неправильные тени. Добавил жестче скул, жестче бровей. Не стал делать прическу Джорджа Клуни, что-то в ней все равно такое фейковое, что ли. Просто исправил ту, которая есть, добавил немножечко улыбочки, там все такое. И получился вот такой вот персонаж, и тут я бы просто в конец запутался, потому что моя девушка сказала, что ей больше понравился первый вариант. Мне больше нравится почему-то это. То есть вот если расценивать внешность как приятную или неприятную, мне почему-то приятнее вот на этого человека смотреть. В общем, оставляю это для ваших комментариев. А для следующего ролика вот вам два персонажа на выбор. Хофманита или Морана Баттери. Обе девочки достаточно симпатичные, но исправить там есть что, поверьте мне, особенно у Мораны. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Тинта. Впереди Easy Photoshop, впереди реакции, поскольку я на карантине и мне делать нечего. Всем пока! Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Вино на моем хранительнике сидит!